Привет. Привет, привет. Фу. Здорово. Привет. Вон Сашка уже оттренировался у нас. Смотрите, спит. Вон, Сань. Сань. Все, ничего не слышит, ничего не видит. Привет, Тверь. Саня где? Вон спит. Мы с дьяволятами сейчас отзанимались сегодня. Пердак угандошили весь. Доброе утро. Привет, Воронеж. Так, а где моя? Сейчас, пару сек. Ой, фух, одену кепочку хоть. Фух, чтобы поприличнее более-менее выглядеть. А то на голове шалаш. Привет. С наступающим, Питер. Привет, привет. Видите, да, Сашка умер. Смотрите. Бедный пацан. Жесть. Нет, я не курила. Нет. Не, ну пробовала, но не курю. Когда победителей выбирать буду, когда закончат присылать мне отчеты. Сегодня последний день принятия отчетов. Вот. Да, 30 раз качнул и умер. Всего 50. Какой 50? Даже 50 не сделал, блядь. А сейчас вам прикреплю. Если к дьяволятам хотите присоединиться, сейчас я вам скину. Я не хочу. Вот. Да Сашка бедный, на приседаниях умер. У нас сегодня была пирамида вверх. У нас чисто ягодицы, ноги сегодня были. Сегодня была пирамида вверх. Сашка не выдержал натиска пирамиды. Натиска пирамиды. Дрищелыга. Ножки забили. У меня все кофе вышло. Блеванул. Естественно. Ясно, да. 540 раз мы сегодня присели. 540. Ебанутые. Ебанутые, говорит, ебанутые. Если вы прошли марафон, вы хоум-тренинг справитесь однозначно. Если вы прошли марафон, мне вас жалко. Санька отпочковался сегодня от дьяволят. Отпочковался. У дьяволят эфир сохраняется 24 часа, и плюс еще сутки администратор записывает тренировку. Он уже попил кофе, и оно вышло обратно. Вот так ты денешь. Кисонька, сделай, пожалуйста, солнышко мне кофе. Легко, да? Новичкам, новички по самочувствию будут заниматься. Не надо торопиться за нами, за всеми. Потихоньку все начинать. Плохо без тренировок. После вчерашнего читмила 1,2. Не переживай, это всего лишь вода. Саш, вышла из тебя всего лишь тоже вода. Кофе из тебя вышел, который ты с утра попил. Через другое место. А я прикольно. Неделю жду добавления в марафон 10. Не переживайте, девочки. Администратор работает, потихонечку всех добавляет. Он. Рукой махнул, разлил на себе на это. Спасибо. Хуёво, да. Марафон, старт 3 февраля. Подготовка начинается 3 января. Ты пошел спать. Всех возьму, да. Я тебе так говорю, Саша, говорю, пошли на кровать уже. Точно, нормально, здесь буду спать. Домашнее задание будет даваться. Такое, знаешь. Ну, еще, я здесь... Всех возьмут, не переживайте. Сашка приколист, да. Еще тот. А я в Берлине. Оплатить до 3 февраля. Включительно принимается оплаты на марафон. Все ждут его. Марафон будет потрясающий. Мы сегодня с дьяволятами сделали пару упражнений. У кого были, мы с дьяволятами сделали уже пару упражнений с фитнес-резинками. Вообще отличная тренировка зашла. Нагрузка потрясающая, если честно. И да, боюсь, это прям как секта для избранных. Но у нас команда, конечно. В дьяволятах настоящая команда, где мы поддерживаем друг друга. Мы друг другу пинки под зад даем. Привет, привет. Привет.
Саня! Вы тут? Отрезинили все, да точно, да. С Украины можно, всем можно, девочки, участвовать, всем. Да, тренится обязательно. И муж и брат, спасибо. Куда любишь летать и отдыхать? Че, побежал все? Погрузит у меня там под ним. Пиздюк. Результат у победителей марафона будет, когда закончится принятие заявок. Сегодня принимаются заявки, включительно последний день. Рит, много сейчас народу в хоуме? 200 с чем-то человек, 205, что ли, человек нас там? Спасибо. Это настоящая дьявольская кепка дьяволят, да. Светочка, привет тебе передают. Привет, тоже кричит. Кошки, мамы, просто гости, кто пришел, да? Все, кто приходит, все должны трениться, да. А, привет, Рита, как относишься к отказному методу трения для роста мышц? А, ну ты имеешь в виду, до отказа работают? Нормально, абсолютно. Это не просто как бы методы, это специальные методы для шокотерапии мышц, для того, чтобы толкнуть их дальше. Поэтому необходимо каждый раз, если вы чувствуете, что уже остановился рост, необходимо делать шокотерапию тренировочную. Привет. В январе свой жирный жопу притащи, давай, букаха. Возвращайся. Да, у нас до 30. У нас последняя тренировка в этом году 31 декабря выпадает, понедельник. Да, так что у нас в понедельник, 31 декабря, последняя тренировка. Ну, а потом после Нового года уже. Саша, блядь, быстрее! Ну, твою мать, ты худой, я сел, блядь, пол стола с ним жопу слегка костлявой. Тряпку, что ты мне подаешь, я еще. С бусинкой мы лечимся, и мы еще сегодня поедем на капельницы. То, чтобы воду не одноразовые тряпки, вот, да, вот, отрываешь, да. А не заявки, а отчеты принимаются сегодня, последний день. А питание, да, дается в хоум-тренинге, сейчас хоум-тренинг выходит по своему питанию. Это родной брат Саша, Светочкин брат. Саша, родной брат. Больше не родной. Да. Больше не родной. Ждите, девочки, я знаю, отправляйте заявки, ждите. Здравствуйте. Заявки начнут приниматься, девочки, ближе к 3 января, потому что старт 3 января. Снес жопой костлявой. Да, полстола снес жопой костлявой. Подпростыло. Кричит. Саня, да, без ног остался, блядь. Да Саня, блядь, своей костлявой жопой стол снес пол, блядь, стакана кофе пролил. Рит, да чего вы ржете? Как можно этими ножками что-то отжимать вообще? Отжимать ножками эти что-то можно? Как он это делает? Он ходит на ней или как? Саша наебенился вчера, блядь, как последняя шлюха. Портовская шлюха. Какая? Портовская шлюха. Портовская шлюха наебенился вчера. Ты его спать, что ли, вбила вчера, слышишь, кис? Он где уснул вчера, блядь? На стуле. А, на стуле, блядь, за столом вчера пиздюк уснул. Вчера портовская шлюха. Вчера подхожу к нему, спит. Я говорю, иди на кровать, спи. Он такой, не, ну что, я здесь. Господи. Я говорю, нихуя ты скромница, говорю, иди спи. Нихуя ты скромница. И за столом может поспать скромница. Я говорю, иди спать, на диван. Костлявую жопу занесла на повороте. Буся, не трогай катетер. Сашке 26. Там бабы хуярят, знаешь как? Ты что, у нас все хуярят, как черти. Там не люди. Изверги. Изверги, портовская шлюпка. Портовская шлюпка, блядь. Шлюпка без кормы. Сука, Сашка, шлюпка без кормы. Они вот так приседают. Такая, каблучком тебя пнет, нахуй. Как мы едем? Да, вот представляешь, как баба у нас приседает. Вот такая каблучком пизданет себе под зад, пердак отвалится к хуям собачьим. Писька отлетит, блядь, за километр. Отстегнется от пенделя такого. Что? Да я тебя сама трахну. Да, что я тебя сама трахну, да. Гулины или как это ноги мне позвали? Как?
Итоги по 9-му марафону будет 27-28 числа, когда успею принять, потому что заявок, ой, господи, отчетов очень много идет, а я одна. Здравствуйте. Привет. Ой. Бесконечно, блядь. Бесконечно могу ржать. Ой, люблю, когда все страдают от боли. Че ты там? Сачок попиваешь, да? Лимонадик хуяришь? Я просто... Я бы выдержал еще 10 раз. Глюкозамин, хондроитин пропейте и коллаген. 3 месяца без остановки. Боржовая шлюпка. Привет. Здорово. Ой, фух. Ва. Сашка Болерун, да, у него, да, еще тот. Действительно. Ой, не знаю, мне не понять. Хоум-тренинг 2,5 в месяц стоит. Кумертау, привет. Ого себе. Ого себе. На плече это полотенчик. Полотенчик мой. Бедный Саня, корма горит. Бусинка, бусинка, ну как ты у меня сошь? Бусинка. Ну она получше уже, получше. Но еще не до конца выздоровела. Нет, Сашка грузчик хороший, да, я ничего не говорил, прям грузчик отличный, а как тренировочная шлюпка хреновая, дохлая, блядь. Короче, вывод, мы все бабы охуенные грузчики. Легко. Да, мы все бабы охуенные грузчики, вообще просто все легко. Изи. А, присесть 540 раз, знаете, как поссать сквозь пальцы. 540, я, нет, я вчера не ебенила сильно, вы что, я так чуть-чуть слегка пригубила. Ну, с утра, видите, мы ну сколько, 1:10 мы отпиздячили сегодня силовой на ноги. Если бы Рита ебенила, как Саша вчера, да, да, да. Если бы я ебенила, как Саша, я бы не встала. А, так что это вы меня простите. Грузовые шлюпки, говорит. Скажи, пожалуйста, про новый марафон, который будет 3 февраля. Ну, смотрите, марафон будет также месячный. Старт у нас 3 февраля, подготовка начинается 3 января, стоит он также 1000 рублей, но в новом марафоне 10 будут новые форматы тренировок, и у нас есть третий тренер, и у нас будут дополнительные тренировки, это стрип-пластика и тверк. В моих же тренировках мы добавим тренировки со спандерами и с фитнес-резинками, то есть тренировки станут еще интереснее. Пиваса бокал. С пакетами знатно горцевал, да. Как лань. Лошадь Пржевальского. Чего он там опять, блядь, содрал? Да, гниет. Сашка, гниет. Саш, ты уже гниешь, блядь, нахуй? Я же, блядь, пиздец. Зацвела малина, блядь. Блядь, ужас. На подготовке будут даваться домашние задания, вы будете их выполнять самостоятельно. Будут даваться каждый день задания домашние в виде коллажей и расписанных упражнений. И также будет даваться каждый день меню питания. Да, именно в чем плюс очень хороший, что у нас новый тренер – это Элеонора. Она прекрасно ведет тренировки, и именно тверк, ваши тренировки по тверку будут сведены именно на проработку ягодичных мышц. Вот это будет самый плюс. А, да, конечно, я пью БЦА, перед тренировкой я пью БЦАшки, и после тренировки сразу же пью БЦАшка, всегда. Неважно, где вы тренируетесь, в зале или дома. Хочется на марафон, ждите, девочки, ждите, скоро уже начнется подготовка, и там уже старт, целый месяц просто пахать будете. Нет, резинка не обязательно. Нет, девочки, это по желанию. Я буду говорить, в каких упражнениях можно делать с резинками. Вот, можно добавлять резинку. Я буду непосредственно на ходу тренировки показывать и говорить, где можно включить резинку, где... и все, как бы. А все остальные могут делать так же без резинки. Это не обязательно. Вам бутылки, палка, все, больше ничего не нужно. Вот таких шапок до хрена.
Вот, хотите упругие ягодицы? Тогда ваши ягодицы хотят повеселиться? Вот, это будет как раз для нашего марафона. Ваши ягодицы хотят повеселиться? Тогда вам к нам в марафон, это точно. Вот еще раз я вам ссылочку кидаю, прикрепляю номер. Пишите «хочу в марафон» по данному номеру в WhatsApp. И не переживайте. Всех примут, всех примут, всех добавят. Привет. Оплатила и добавлена в группу. Хорошо, отлично. Но самое лучшее мне нравится Optin Nutrition. Стоимость марафона 1000 рублей всего лишь. За 2 месяца. Месяц подготовки, месяц самого марафона. Какого уровня интенсивность? В марафоне интенсивность такая, средняя будет. То есть и в этом марафоне я не гнала, в марафоне я не гоню. Стараюсь, чтобы все успевали. Я делаю, стараюсь помедленнее делать, хотя мне очень хочется. Мне, я уже привычка, я быстро все делаю. Вот, поэтому я стараюсь делать помедленнее, чтобы все в марафоне успевали. Отлично, сделала заявку, заказала резинки. Умничка, хорошо. На 9-м марафоне скинул почти 10 килограмм за 2 месяца. Отлично. Она писала, говорит, жду, пока не знаю, куда платить. Ничего страшного, жди, жди, жди. Тебе администратор, как только он дойдет, доберется до тебя, до твоего сообщения, администратор тебе скинет все реквизиты. А витаминки пить обязательно, что ты пьешь? Какие? БЦАшки? Если вы интенсивно, тяжело тренируетесь, то да, их нужно пить. Иначе вы просто будете не успевать восстанавливаться. На ночь пить казеин можно, да. Это как раз казеин на ночь и пьется. Привет. Привет, привет. Спасибо, Анатолий, большое. Спасибо. Стараюсь для вас. Набиралась опыта, знаний всего для вас. А потому что эти калории правильные. Это калории с правильными медленными углеводами. И ну, то есть, смотрите, это правильное питание на массу, которое расписано с необходимыми, сбалансированными нутриентами именно на набор мышечной массы. Вот и все. Результаты 9-го марафона я смотрю. Лично я отбираю сама. Как принимать глюкозамин? Утром сразу встали, выпили, все. Что именно пить? Первый раз в марафоне, физподготовки никакой. Все будет даваться, девочки, расписываться вам в марафоне, непосредственно, когда вы вступите. Видеотренировки в марафоне доступны ровно сутки, да. Привет, Самара. Продолжать дальше заниматься, я тебе посоветую, не останавливаться, а дальше продолжать заниматься, поддерживать результат и еще его, наоборот, улучшать в дальнейшем. Ну, в ВК группу нет, мои тренировки я не разрешаю записывать, потому что мои тренировки записывает только личный мой администратор. И также, пока у нас администратор сейчас в отпуске, я разрешаю своим дьяволятам делиться тренировками друг между другом. Вот. Когда администратор возвращается, разрешение на запись тренировок есть только у моего администратора. Так что мои тренировки записи ведутся, но ведется личным администратором, управляющим точнее. В 10-м сутки тренировки будут сохраняться, сутки будут висеть в записи. По привычке жду тренера. Это хорошая привычка, между прочим. Да, у Светочки брат приехал, да. В марафоне. Посмотреть вы сможете тренировки уже только, когда будет открытая промо-тренировка. А открытые промо-тренировки я буду проводить на странице своей в аккаунте перед марафоном, то есть в январе. Утро без Барби, скучное утро. Это точно. Все уже, наверное, привыкли к Барби. Барби задает отличное настроение. Что коктейли делают? Заменяет прием еды любой вам. Это обычный мобильный прием еды.
И, опять же, коктейли все разные, зависит от того, это более углеводистый будет у вас, или сбалансированный прием еды, либо это белковый прием еды. Привыкли. А подготовка на марафон начинается, да, 3 января начинается подготовка, 3 февраля уже стартует сам марафон. Соня, кобыла. Барби. Барби – это вообще фантастика. Так, ребятуль, ну что, давайте я побежала, потому что мне надо помыться, покушать, и мы с Буськой поедем уже в больничку на капельнице. Вот. Мы каждый день ездим, лечимся. Я желаю вам отличного дня, хорошего настроения, не унывать, жопы своей не раскисать, чтобы... А вставайте утром с утра, делайте барби, делайте просто приседания, поддерживайте себя в форме, двигайтесь и развивайтесь. Ну, а если хотите, вступайте к нам в хоум-тренинг, мы будем рады вас видеть. Ну, и также, конечно, пишите «хочу в марафон» и начинайте, немножечко сами хотя бы начинайте себя растрясать и подготавливать. Обычно встали, присели там, к примеру, да, там 100 раз, сделали там, не знаю, 20 барби сделали, уже хорошо, это лучше, нежели чем вообще ничего вы не делаете, понимаете? Ну вот, а ждете, блин, с моря погоды. Вот. Либо, если не хотите, все, вступайте в хоум-тренинг и занимайтесь с нами. Мы тренируемся. Последний тренировочный день в этом году у нас будет как раз 31 декабря. У нас последний тренировочный день. Вот, а вечером бухаем. Вечером все бухаем. Все, ладно. Всем пока-пока.